Смотрите, Гоша Гочевар, как обычно, в своей вот этой типичной Гоша Гочеварческой манере решил высрать прикол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, прям лицом туда. Плюх! И так бы-бы-бы-бы-бы-бы-бы-бы. Ну красота, 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 красота. И потом едет. Ебалась, ты не понял. Блин, она вот знаете что? Она вот такая злобная, такая грубая. Вот сразу хочется стать, короче, инопланетной паразитической амебой, проникнуть в нее и начать там размножаться. Вот, вот чтоб место свое знала, тварь. Чтоб не забывала, чтоб жизнь в этом не казалась.